побеждали всех верующих, да? И самое сложное, вот такое. Движение получается вот таким. А, то есть это как бы по форме похоже, но по наполнению не очень. Продолжение, то есть третий, да,
Вложили меч практически до конца. Остался один палец между Сая и Цуда. Следующая атака. Шаг назад, нанесение ее руку. Дальше завершение. Точно так же, как Шуха. Нанесли удар. Обратите внимание, у многих остается меч выше бедра. Нет, на уровне бедра. Мы учим первая третья нога, параллельно пол. Фигурит. Бучком, це не бучком, це називається, ми ставити його на ноги або на голову. І розуміти ми можемо, щоб було естетичніше. Пара, пациент, и больше мы ничего не делаем. Стали,
Thank you.
Скажем, не так бачимо.